Славянские ребята во время летних каникул не только играют и активно проводят время на свежем воздухе, но и посещают познавательные мероприятия. Одно из таких мероприятий прошло в детской библиотеке. Накануне Международного дня дружбы там была проведена воспитательно-познавательная программа «Все дети любят играть». С ребятами обсудили, что такое дружба, какие виды дружбы существуют. Также им рассказали о национальных особенностях воспитания в Англии, Японии, США, Италии, Китае. Кроме этого, для детей провели интересную викторину на знание сказок. Из какого материала была сделана туфель? Из хрусталя. Молодцы. А на самом деле есть такая вот версия, что изначально туфелька была сделана из меха. Она была оторочена мехом. Но когда переводили с французского на русский язык, слова были похожи. И вот так получилась такая вот ошибка, да, и туфелька стала хрустальной. Подобные познавательные мероприятия в библиотеке проходят еженедельно. В них принимают участие как ребята из города, так и из сельских поселений. Проходить они будут в течение всего лета.